Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Богданов Олег, и я представляю группу компании «Ковчег». Сегодня морозное питерское утро, мы приехали в Ленинградскую область, чтобы снять небольшой видеообзор о чугунной печи «Зеге» от компании «Fireway». В первую очередь, давайте поговорим о внешнем виде и габаритах нашей сегодняшней печи. При своих небольших размерах печь обладает достаточно объемной топочной камерой, в которой можно уместить дрова размером от 40 до 45 см. Самое интересное, что с фронтальной стороны печь выглядит действительно достаточно миниатюрной. Ее ширина составляет 35 см. Но переместившись немного в сторону, мы с вами увидим, что конструкция печи имеет вытянутую форму, глубина которой 65 см, за счет чего в нее помещаются достаточно большие дрова. Печь Зеге является отопительным прибором подового горения, ее КПД равен 75%. С учетом того, что печь установлена на ножках, под ней с легкостью можно провести уборку, тем самым под отопительным прибором не будет скапливаться, например, пыль. К слову, высота печи составляет 75 см. Печь оснащена хоть и небольшой, но полноценной варочной поверхностью, на которой вы можете как вскипятить воду, так и приготовить еду. Управлять процессом горения достаточно просто. Всего одним контроллером, установленным на дверце печи, мы с вами отрегулируем подачу воздуха в топочную камеру. Дверца печи также снабжена небольшим обзорным стеклом, через которое мы можем с вами наблюдать за процессом горения. С точки зрения надежности хочется сказать о том, что топочная камера печи Зеге футирована дополнительными пластинами из чугуна. Таким образом, из чугуна выполнен каркас отопительного прибора, так и топочная камера. Диаметр подключаемого дымохода 120 мм. Узнать больше информации о печи Зеге от компании Fireway вы можете на нашем официальном сайте gk-ковчег.ru. С вами был Богданов Олег. До скорых встреч!